Значит, изобретатель телефона, 4 буквы, первая Б. Белл. Белл. Завтра на работу не пойду, будем весь день в постели валяться. Ну, а что-то на работе сказал? Да, сказал, что тетка при смерти, уезжаю срочно. Дурак. А телефон тебе на язык. Алло. Да-да. Добрый вечер. Твой шеф звонит. Нет у меня, нету. А вы знаете, а Вазеньки нету дома, нет. А? Он спрашивает, где ты? Уехал в деревню, тетка заболела. Проверяет, гад, ты хуй. Извините, мне трубка выпала из руки. Вы знаете, у Васи заболела тетя, и он поехал к ней в деревню. А когда будет? Ну как, у нас сегодня четверг, значит, получается, ну, раньше понедельника он никак не будет. Конечно, поняла. Че ты так смотришь? Что он сказал? Ты знаешь, Васенька, он такое сказал, что тебе лучше действительно к тетке в деревню. Итак, быстренько, Вася. Быстренько, Васенька. Так что? Так. Вася. Давай, Васенька, быстрее. Что он сказал? Ну, давай. А то получится, что мы его обманываем. Вася? Вася, он уже приехал с цветами и шампанским. Вася, ты понимаешь? Получится, что мы его обманываем, Вася. Так нельзя, это твой начальник, Вася. Васенька!